Вас приветствует Zeba Academy, и в этом видео мы рассмотрим, как социальный мозг взаимодействует с людьми. Мы исследуем, как наши социальные взаимодействия формируются с помощью так называемого социального мозга, который действует как проводник для наших связей с древних времен до современных обществ. Древние люди выживали, работая сообща, и социальный мозг в коре головного мозга влияет на наше поведение и эмоции. Различные части нашего мозга, такие как префронтальная кора, система зеркальных нейронов и миндалевидное тело, работают сообща, а химические вещества, такие как окситоцин и дофамин, регулируют наши социальные связи. Социальный мозг активно развивается в молодости через общение с опекунами, и ранний опыт влияет на наше социальное поведение на всю жизнь. Социальный мозг помогает нам понимать выражение лица и язык тела, даже если мы этого не осознаем, он также быстро реагирует на социальные ситуации, а повторяющиеся переживания формируют наши долгосрочные реакции. Такие состояния, как расстройство аутистического спектра, RAS, показывают, что некоторые люди по-разному воспринимают социальные взаимодействия, понимание этих состояний помогает нам быть более чуткими. Наша культура влияет на то, как мы взаимодействуем с другими людьми, формируя социальные нормы и реакции нашего мозга на социальные ситуации. Технологии, такие как телефоны и компьютеры, заставляют наш социальный мозг адаптироваться к новым способам общения и вводят новые виды социального влияния. Эмпатия, чувство того, что чувствуют другие, происходит из таких частей нашего мозга, как зеркальные нейроны и префронтальная кора. Альтруизм, когда мы делаем что-то для других, также связан с системой вознаграждения нашего мозга. Наличие хороших социальных связей важно для нашего психического здоровья. Окситоцин, вырабатываемый во время позитивных социальных взаимодействий, помогает защитить наш разум от стресса. Социальный мозг направляет наши социальные взаимодействия, и его понимание требует внимания к природе и воспитанию. Мы должны изучать человеческое взаимодействие с любопытством и смирением. Спасибо за просмотр, и не забудьте подписаться на Zeba Academy, чтобы получать больше интересных видео.